было слово шалта. Холодное. Шалта жема. А жду чего? Лаукю. Лаукю. Шалтос жемос. Шалта. Шалтос. Родительный падеж. Вопрос. Ко гера герос. Хорошая, хороший. Гера герос. Блога блогос. Плохая, плохой. Болта болтос. Не мотау болтос машинос. Я не вижу белой машины. Болтос. И так далее. Гелтонос, раудонос, мелинос. Нету. Жалёс, пилкос. Герос, благос. Китокёс. Это родительный падеж. И здесь тоже интересная вещь. Тоже вот смотрим на это слово. Шалтос. И это слово тоже можем читать по-разному. Мы сейчас мы выучили, узнали, что в родительном падеже единственного числа шалтос жемос. Лаукю шалтос жемос. Я жду холодной зимы. Я жду, когда придет холодная зима. Но если вот это слово читаем по-другому, шалтос, не шалтос, ко, а шалтос. Здесь ударение уже на шалтос, а не короткое, но ударение падает на а. Шалтос. Это будет уже множественное число, именительный падеж, холодные. Щос жемос буво шалтос. Эти зимы были холодными, холодные. Это холодные шалтос, холодные. Эти зимы были холодные. Вот так мы говорим. Щос висос машинос балтос. Эти все машины белые, балтос. А если ман рейке балтос машинос. Мне нужна белая машина. Ман рейке балтос машинос. Не запутались? Как сказать холодное? Шалта. Шалта. Как сказать холодно? Шалта. Как сказать холодный? Шалтос. А как сказать холодные? Шалтос. Смотрите. Шалта. Шалта. Шалтос. Шалтос. Шалта. Холодная. Шалта. И так же, как холодная, шалта, так у нас есть болта, гера, мажа, трумпа, илга. Шалта. Холодно. Балта. Юада. Гера. Хорошо. Блога. Плохо. Это не то, что вот ты сделал плохо. Нет. Ты сделал плохо, блогой подари. Но мне плохо. Блога. Блога. Гера. Это хорошо. Не то, что ты хорошо сделал. Хорошо сделал. Герой подари. А мне хорошо. Ман гера. Я чувствую себя хорошо. Ман гера. Я чувствую себя плохо. Ман блога. Мне плохо. Дальше идем. Шалтос. Шалтос. Не лаукю шалтос жемос.
Я не жду холодной зимы. Шалтос, болтос, рудонос, герос, благос. И какие зимы? Шалто жемос, герос мамос, шалтос, герос, балтос, жалёс ланкос, зелёные луга, жалёс ланкос, гражёс, гражёс гелес, пилкос дьянос, серые дни, пилкос дьянос. Вот такой наш сегодняшний урок. И я прощаюсь с вами. Iki kito karto. Не забудьте подписаться на мой канал. Ставьте лайки, пожалуйста. Пишите комментарии. Делитесь моими видео. Iki.